Привет! Сегодня речь пойдет об аккумуляторах типа 2А. Это никель-металл-гидридный аккумулятор. На упаковке у нас написано, что это 3000 мАч. Хотя на сайте AliExpress, где я их покупал, прям сразу написано, что данная батарея имеет емкость 2400 мАч. Цена данного комплекта из 8 штук $10 с учетом кэшбэк. Ссылочки на магазин, на продавца я оставлю под видео. Пришли они мне также вот с такими двумя боксами. Ну, оно и тоже идет все в комплект. Называются они PAVO. Заявленная мощность данных аккумуляторов 3000 мА, как мы здесь видим. Но на сайте, где я их покупал, заявлена мощность 2400 мАч. Хотя по цене в $10 за весь комплект это очень дешево. Немножко сравнение. Вот покупал я вот такие аккумуляторы, которые стоят $4,5, это у нас в Украине, но это уже перевел я с гривен на доллары. Вот сравните, $4,5, заявленная мощность 2700 мАч, и когда я их протестировал с помощью IMAX, они мне показали 2200-2300 мАч, что очень мало за такие деньги. Сейчас мы проверим данную емкость этих аккумуляторов, и тогда будет все ясно. Ну и так, подключаем мы IMAX, выбираем сразу никель-металл гибридный аккумулятор, подключаем провода, ну и так, включаем мы зарядку, так, выставляем. Ну, выставим 300 мА. Все, зарядка пошла. Я думаю, они не полностью севшие, это будет недолго. Все, включимся, когда они зарядятся. Ну и так, залили мы 577 мА. Напряжение на 4 батареях составляет 6,96 вольта. И заливали мы 121 минуту. Ну так, теперь попробуем это все разрядить. Все пошло. Включимся потом после того, как разрядится. Итак, разрядились наши батарейки. Значит, смотрим. 2042 мА данные батарейки нам дали. Ну а теперь можно сравнить. Эти батарейки 2200 я тестировал, которые стоят $4,5. И можно сказать, эта батареечка будет стоить у нас в районе $2. Да. Разница, конечно, большая. За 200 мА мы, получается, отдаем больше, чем в две цены. Так что решать, конечно, вам, покупать в Китае батарейки аккумуляторные или нет, но данные батарейки можно посоветовать, хотя уже будем знать точно, что они не так даже, как и производители на сайте пишут, что 2400 мА. У продавца написано 2400 мАч. Согласно их тестов. Да, они 2400 мА не показали, но в условиях заряда. Когда я заряжал, залилось в них 2400, пока, как показывал прибор. Дело в том, что я несколько раз только что пробовал, заряжал, разряжал. Думал, первый раз что-то не так получилось, хотя нет. Все-таки 2000 мА они нам дают. Советую вам покупать с кэшбэк, вы сэкономите до 18% при покупке товара. Ну, кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите. Будем снимать разные обзоры. Всем пока-пока!